Парни, поздравляю вас с открытием футбольной академии. Всем передаю огромный привет от нашего коллектива. Желаю вам успехов и в скором времени, через несколько лет, увидеть в основе нашего великого, могучего московского «Спартака». Удачи! Дорогие ребята, поздравляю вас, что в вашем городе, Комсомольск-на-Амуре, открылась школа «Спартак Москва». Учитесь, тренируйтесь, играйте душой и сердцем, красно-белым сердцем за наш любимый клуб «Спартак Москва». И будут победы, великие победы. Отдельфи Баку с вами. Поздравляю! «Спартак» – чемпион! Комсомольск-на-Амуре, привет! Желаю процветания вашей школе, чтобы ребятишки, которые тренируются у вас, наслаждались игрой. Вполне возможно, в будущем мы увидим от вашей школы новых тихоновых титовых. Привет! Ребята из Комсомольска-на-Амуре, желаю вам процветания вашей школы, красно-белых побед. Передаю привет ребятам из Комсомольска-на-Амуре. Желаю вам всех успехов, процветания и огромный большой привет из пламенного Баку. Ура! Ребята, пацаны из Комсомольска-на-Амуре, очень приятно, что в вашем городе реет красно-белый флаг. Я желаю вам удачи, успехов в будущем, чтобы вы добивались высоких побед, чтобы вы проявили себя и в основной команде, и нашли вообще место свое в жизни. Ребята, удачи, успехов и благополучия. Вперед, Спартак! Комсомольск-на-Амуре, привет из знойного Баку. Хочу передать привет парням, молодым спартаковцам, будущим. Хочу пожелать вам удачи. Вы должны помнить, у вас в жилах должна течь красно-белая кровь. Вы должны помнить, за какую команду вы выступаете. Удачи вам, больших успехов вам. И ждем вас в главной команде «Спартака». Привет. Адельфия с вами. Привет из Баку.